для нас толерантность не является такой вещью, которой мы гордимся. Это образ жизни, это норма, потому что исторически здесь проживают люди различных народов, религий. У нас было огнепоклонничество, зороастризм, христианство пришло в Азербайджан в 4 веке, мусульманство в 8 веке, и история иудаизма появилась 2000 лет назад. И сегодня в Азербайджане можно увидеть мечети, синагоги, церкви, храмы огнепоклонников. Все находятся близко друг от друга, ты слышишь различный язык. У нас существует 21 религиозная немусульманская община в Азербайджане. Это очень важно, это ценно. И, к сожалению, сегодня в мире иногда возникают много разногласий, конфликтов именно на нежелании воспринимать и понимать друг друга. Поэтому я считаю, что Азербайджан в какой-то степени может служить некой моделью.